Следующий тип номера, это у нас 13.4 стандарт CVU. Пойдемте посмотрим его. Так же, как в соседнем номере, у нас на входе плитка. Дальше идет ламинат. Сейчас включу свет. Моя карточка позволит это сделать. Ванная комната. Маленький фен дополнительное. Зеркало. Душ тропический, душ обычный, гель-душ здесь сразу. Два человека, набор косметики. Так, весы. Весов здесь я не... А, вижу. Вот они, весы электронные. Шкаф. Да, немножко по-другому. Чайный уголок. Чай, кофе. Бар. Две колы, две фанты, два пива, два сока, кока-кола, лайт и спрайт. Здесь у нас мы видим одна двухспальная кровать, но видите, снизу она раздвигается, и можно сделать, если хотите, раздельные две кровати. Шкаф. Шкаф по-другому расположен, не так, как в других номерах. Он прямо в комнате находится. Тапочки. Ага, вот оно как. Тут у нас сейф. И можно повешать на плечики, на вешалке. Кондиционер центральный. Кресло. У них во всех номерах есть сетки от комаров и от мух. И вот такой вот вид у вас. Прямой на море. И на территорию. Круто, да? А вот Junior Suite, который мы с вами смотрели. $13.75. Это стандарт с видом на горы, на сад. На входе плитка. Ванная комната. Все стандартно, как и в соседних номерах. Здесь тропический душ. Бежим дальше с вами. Большой шкаф, там есть сейф, есть тапочки. Быстренько только сейф покажу. Вот видите, какой. Центральный кондиционер, покрытие ламинат, чайный уголок. Одна большая кровать, king size такая. Но можно сделать три отдельные кровати, если захотеть. Бар заполненный, все это бесплатно. И та изюминка и фишка, которую я и хотел вам показать, это вид на горы, на сад. Единственный момент, что здесь происходит подвоз туристов. Это ресепшн отеля. И за счет этого может быть немножко шумновато. Но зато во всем остальном здесь тишина и спокойствие. Если вы хотите спокойного отдыха, то берите, конечно, однозначно этот тип номера. Большой балкон, два кресла, стол и сушилка для вещей. В принципе, и все. Так. Спасибо. Тишкюри дрим. E-mail. Это мне ближе был. Family 13.50. Пойдемте, покажу вам Family. Первая комната. Как только заходите, здесь две кровати. Кондиционер здесь центральный. Покрытие ламинат. У вас свой здесь плазменный телевизор. Чайный уголок. Здесь вот холодильник.
с заполненным мини-баром. Это все бесплатно. Гардеробная. Вот какие ячейки у вас есть. Здесь есть еще один шкаф. Собственный сейф. Бесплатно тоже он. Одна ванная комната для family room. Маленький фен. Доп. Зеркало. Набор косметики. Здесь душ. Тропический душ. Вторая комната закрывается дверью. Если вы хотите... Оп, закрылись. Большая кровать. Ее можно разделить и сделать две отдельные кровати. Собственный плазменный телевизор. Отдельный у вас. Центральный кондиционер. Холодильник. И холодильник здесь, он пустой. Вид. Вид у вас на море и на аквапарк. С балкона. Смотрите. И на, соответственно, город. Красиво. Балкон большой. Это территория Максерия Blue de Dim нашего отеля. Аквапарк мы с вами сейчас еще посмотрим. Хочешь поехать в этот отель или в этот номер, пиши мне. Я вам помогу. Организую поездку и отдых сюда. Я попросил еще показать один тип номера. Это, судя по всему, стандарт, но единственное, что у него вид на Garden View, то есть на сад, на город. И я хотел, чтобы вы увидели, как это выглядит. 13.75. Вход плитка. Фен маленький. Зеркало дополнительное. Косметика. Душ. Душ тропический. Душ обычный, монтированный. Шкаф. В шкафе у нас, как обычно, оп, тапочки. Сейф, вешалки 8 штук, одна большая кровать, одна маленькая, чайный уголок, чай, кофе, в холодильнике, эх, заполненный мини-бар, все это бесплатно, каждый день они обновляют, кондиционер центральный, и вот то, что мы с вами хотели посмотреть. Как выглядит Garden View. Выходим на балкон. Балкон стандартного размера, как в принципе во всех номерах. Здесь большой. Два кресла, два стула, стол и сушилка для вещей. Здесь находится подъезд к отелю, к ресепшену. Конечно, за счет этого может быть шумновато, но послушайте, какая, как здесь тихо. Вид на горы. И в этом фишка этого номера. Мы живем с видом на море, на первую береговую линию возле дороги. Между отелем и пляжем проходит дорога. И ночью, и днем шумно. И там проходит вся анимация, шумно, музыка, вечером анимация. А здесь тишина. Поэтому, если вы хотите тишины и спокойствия, берите стандартный номер с видом. Вот сюда вот. И у вас будет по минимуму шума. Но если вы более активный и для вас это норма, то, конечно же, берите CView, и вы понимаете, что у вас будет тогда шумновато. Окна, конечно, вот эти пластиковые, они защищают, но не на 100%. Все равно, если громко музыка играет, все слышно.